Друзья, наверняка многие из вас заметили, что сегодня часть дороги Духанино-Андреевская перекрыли. А все дело в том, что здесь начался ремонт по программе губернатора Подмосковья. Как заявил сегодня Андрей Дунаев в своих социальных сетях, этот ремонт долгожданный. Давайте разберемся, почему. Ну, буквально лет 5 назад дорога была, скажем так, плохая. Это мягко сказано. Вот. Потом отремонтировали раз, потом отремонтировали два. Как-то делался в основном, как говорят, ямочный или заплаточный ремонт. Большинство есть автомобили, все ездят либо на автомобилях, либо на автобусах. И все это видят, и все это, скажем так, чувствуют. В данный момент происходит фрезерование асфальтобетонного покрытия. Управимся, наверное, дней за 8 с фрезерованием. За нами придут ребята по укладке асфальтобетонного покрытия с комплексом. Ну, я думаю, они дней за 8-10 управятся. Если даст погода и хорошая поставка будет асфальтобетонной смеси. То есть это прям до Истры? Это до Истры, да. И вот за это время это все уже планируем? Ну да, планируем, да. А конкретно до какого места? Конкретно это... Конец дороги ММК Духайна-Истра, это 14 километр, и с заходом на улицу Ленина уже. А, даже так, да, на стороне Ленина.